Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, у нас сегодня игра под названием «Добро пожаловать на Эмбу». Итак, это, короче, смотри, какой качающий саундтрек. Окей, итак, это, короче, у нас игра такая, типа адвенчурка, короткая, про, не знаю, в описании было написано про романтическую любовь на другой планете. Окей, давайте взглянем, ставим лайк и погнали. Итак, нам пишет какая-то Миранда. Ты уверен, что сесть на старую базу хорошая идея? Конечно, когда мы еще побудем вдвоем. Ладно, Мэтью, надеюсь, в этот раз все будет хорошо, а не как всегда. В этот раз я подарю тебе букет. Окей, вот такая вот у нас рисованная игруля. Так, мышка у меня просто так, она, получается, ничего не работает. Я могу прыгать и ходить. Бега у меня нет. А, погоди-ка, что это? А, могу собирать цветочки, окей. Погнали. Я вижу базу там вдалеке. Наверное, нам нужно туда собрать опять цветов, получается. Так, окей, перепрыжок. Перепрыжок все это. Дэн. Мэтью, чё так долго? Ты проверил роботов? Проверил, всё хорошо. Ну, слава богу, давай бегом на базу сдавать отчёт. Окей, дойти до базы. Ну, понятно, если база там вдали, значит до неё надо дойти. Так, и собирать цветочки по пути. Окей, так, цветочки не забываем собирать. Нам нужно подарить букет своей возлюбленной. Погоди, сберись. Во, вот так. Погнали. Чисто такая адвенчурка. Чувак в скафандре. Оп, без скафандра. Ну давай, давай, открывай, открывай. Оп, открыл. Так, сидит Денчик, короче, с пивасиком и с телевизором каким-то, играет в карты. Окей. А это чё? Что ты там трогаешь? Камеру гиперсна еще рано активировать. Понятно. Так, это что? Это у нас беговая дорожка, наверное, да, скорее всего? Куртку мою не лапай. Да я и не собирался. Какой ворчун-то, а? Шуру же компу, сдай этот треклятый отчет. Треклятый отчет, нормально. Так, а это что? Это у нас бар, что ли? Шуру же компу. Понятно. А можно я сначала в душ? Письку, попку помою, все-таки на свидание иду. Надо бы починить кофе-автомат. Так почини. Как-нибудь потом. Какой это дынчик-то какой, а? Вау, я не знал, что любишь дельфинов. Мэтью вздыхает. Дело не в дельфинах. А в чем тогда дело, если не в дельфинах? Так, окей. Это что? Не знаю, не робит. Окей, а давай-ка вот это. Отчет успешно принят. И что дальше? Воу-воу-воу-воу. Ну твою ж дивизию, почему горы так рано запели? Сейчас еще эта дурочка прилетит. Она не дурочка, следи за словами. Господи. Срочно свяжись с Мэри и скажи, чтобы она не приземлялась. Так, связаться с Мэри. Обратно к компьютеру, что ли? К компьютеру. Капитан корабля, снабжение на связи. Мэри, ты приземлилась? Да, вот только что, а ты скоро? Какого лешего ты делаешь на старой базе? Немедленно взлетай, слышишь? Фаза начинается. Я никуда не полечу, это против устава. Я же на испытательном сроке, меня уволят. А приземлиться хрен знает где это по уставу? А, ну взлетай. Да пошел ты. Ты же знаешь, чем это может закончиться. На твоем корабле нет камеры гиперсна. Если меня уволят, то депортируют. Я ни за что не вернусь домой. Да я лучше тут сдохну. Конец связи.
Мэри, иди ко мне навстречу, воспользуйся моей камерой. А я все равно хотел изучить действие психоизлучения. Так, окей, встретиться с Мэри. Я рад, что ты решил меня послушать. Конечно нет, я пойду встречать Мэри. Понятно, окей. Ладно, идем встречать Мэри. Что ты задумал? Я иду встречать Мэри, я тебе уже 10 раз сказал. Окей, ну давай, выходи, что ты? О чем мы? А, ты идиот, не смей. Стой, остановись. Боже, ну все. Жаль, конечно, хороший напарник ты был. Мы порой ссорились, но бывали славные моменты. Ладно, пойду спать. Я сделал все, что мог. Нормально так. Вообще, просто сразу же меня... Уже меня... Я не успел выйти, он меня уже похоронил, короче, и пошел спать. Нормально. Красавчик, чё? Денчик красавчик просто. Так, собирай, давай. Цветы. Окей. Встретить Мэри. Под веселую музычку мы идем встречать Мэри. Так, Мэтью, ты сильный, это просто галлюцинации. Надо быть спокойным и ничему не удивляться. Ну, погнали. Чё за... А, вон, смотри, там что-то летает вдали. Окей. Я еще и сражаться с кем-то буду, да? О-то-то-то-то-то-то! Меня засасывает, ты прикинь? Эта штука меня засасывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие-то еще тут эти штуки тут вообще тут такие летают. Так, окей. Движемся дальше. Воу-воу-воу-воу-воу, смотри, что они творят, смотри, что творят эти штуки. Ты еще не умер? Руки на месте? В общем, я, это, включаю камеру гиперсна. И что мне это дало? Ну, включаешь, включай, иди спи, что ты? Мне-то зачем это говорить? Так, я иду на подвиги вообще. Смотри, две планеты или что-то, две луны, два солнца там вдалеке. Окей, погоди-ка, здесь сломано. А как мне, куда? Ну-ка. В смысле? Мне вниз спрыгнуть надо? Ой-ой-ой. Отпусти. А, надо на кнопку нажать. Вон оно что. Надо там, смотри, видал, до стрелочки надо... Опа. Это на самом деле? Опа, и не работает. На стрелочке, короче, когда эта штука тебя схватит, надо на стрелочке нажимать. Так, погоди. А чё будет? Это же песок, а чё будет? Ай-яй! Ай-яй-яй! Понятно. Окей, на песок лучше не вставать. Не зря, короче, эти платформы тут развалились. Так, 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 он на ту. Так. Так. И вот так. Окей, погнали. А это у нас платформа работает. Короче, это мы, знаешь, на этой, на красной планете, на Марсе, все-таки типа нашли жизнь или фиг знает, в виде какого-то пси-излучения, которое здесь, видишь, он говорит. Типа. Я почти у Старого Утеса. Тащи свой зад сюда. Мэтью, обещаю, как только это закончится, я оторву тебе голову. Да-да, жди меня там, я бегу. Чё-то ей не нравится, чё-то ей не нравится. Наверное, я опаздываю. Можно как-то ускориться, не знаю. Девушка же ждет. Мэтью. А Мэтью как на прогулочке, смотри, такой чпок-чпок-чпок-чпок. Просто ему похеру вообще на все. Он идет себе спокойненько. По каньончику. Опа, так, это засасывающие еще штуки. Надо их перепрыгивать. Эк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что происходит? Ой-ой-ой. Это пси-излучение какое-то. Ну, руки на месте, зря Дэн боялся. А чё он посинел? А чё он стал синий? Окей. Или он такой и был, что-то не обращал внимания, что ли? Ладно. Погнали.
Знаешь, а чем-то вот напоминает этот Петька Иван Васильевич, да, такая рисовка. Я в плане рисовки. Тут мост упал. Смотри, она стала какая-то вот такая. А он стал вот таким. Скорее всего, это тебе только кажется. Постарайся успокоиться, все будет хорошо. Короче, галюны. Платформа сломана, придется прыгать. Ну ладно. Ёпте! Что, бляха? А это что за дичь? А че я глаза, главное, в руках держу? Окей. А не могу я теперь стрелять, ничего не глазами кидаться. Жесть. Ладно. Короче, вся игра состоит в том, что я должен найти Мэри. Воу-воу-воу-воу, ягоды какие-то падают. Ягоды или что это? Не знаю, какая-то способность-то есть. Я превратился вон в какого-то этого. И на пришеленца, короче. И есть какая-нибудь это... Смотри, там вдалеке какая-то херня типа, большая, типа жабы, что ли. Жесть. Не, прикольно задумали. И это бесплатно, прикиньте, друзья. Можно чисто убить время так вот бесплатненько, чисто. Поржать. Забавно. А, смотри, дельфины. На скалах. И вон хвосты дельфинов. Про этих дельфинов, что ли, этот чувак говорил? Типа. Короче, это галюны, реально галюны. Тупо все, что здесь происходит, это галюны. Видать, короче, под воздействием всеизлучения мы превращаемся, ну, типа, галлюцинации, да, это? Превращаемся вот такие. Интересно, а в кого превратилась это? Мэри. Она что же, вон, смотри, порозовела или пофиолетовала. Окей. Воу! Я глаза потерял! В смысле? Поймать глаза? Стоять, бляха! Стоять! А ну-ка! А как Мэтью теперь видит? Смотри, глаза-то теперь. Я даже не представляю, что у него там это сейчас творится, типа, со зрением. Смотри, как они вот так вот крутятся, эти глаза. Просто у него там такие вертолеты, наверное, сейчас. Окей. Ладно. Бляха, ускориться-то можно как-то? Это? Глаза-то, смотри, убегают. О, погоди. А вот так вот я быстрее. Опа. Какие-то шипы еще. Воу-воу-воу-воу. Вот так вот, смотри, в сторону и в сторону я как-то побыстрее, да, наверное, начинаю двигаться, нет? Вот так. Ну да, скорее всего, наверное. Надо вот так вот бегать. Или это просто оптическая иллюзия? О! Оптическая иллюзия. Типа как... Да стой! Нет! Фу. Чуть не сосало меня там. А куда улетели-то, бляха? Что? Вообще. Что за дичь? Ни хрена себе. Дельфин при. Жесть. Что вообще происходит? Хера галюны. Просто. Я не могу, кстати, камеру повернуть, посмотреть. Как я теперь достану эти глаза? Цветочки собирать надо. Главное собирать цветочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, смотри, сколько цветочков. Здесь целый парник. Глаза такие, знаешь, в стороны. Типа, они тут ни при чем вообще. Смотри, какая-то дичь новая начала летать, смотри. Какие-то одноглазые овечки. Что за дичь вообще? Просто хера такая психоделика. Ля-ля-ля, это что, босс? Стой! Закрыть глаза. В смысле? А как мне закрыть глаза? В смысле? Как мне закрыть глаза?
Мне до них даже не допрыгнуть. Как я могу закрыть? Погоди. Он чьи глаза закрыт? Как придумали-то? Все, закрыл. Жесть. Так, и чё? Чё дальше? Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты? А, смотри там. А, вон, прилетело. Притащили мне. Чё, я сейчас глазам прилечу? Дай мне мои глаза. Отдай мне мои глаза. Мои глаза. Они вообще за горизонт ушли. В смысле? А вот мои глаза. А ну-ка, собери их. Ай-яй-яй! Блях! Что? Так, а как мне забрать глаза? Они рядом со мной лежат, а как мне их забрать? Смотри, сколько там лягушек или чьи это за твари. Ну-ка, поехали. Глаза, давай. Ну и как? А, во, все, смотри, глаза. Это Мэри? Это Мэри или что это? Стой, бляха! Мэри еще с цветом, с этим, с букетом цветов. Стой, Мэри! Стоять! Я тебя люблю! Стой, я тебя люблю! Окей. Бляха! Хера тут смотри, с херни этой падает. Похоже на ежевик. А, бляха. Теперь отбегать ее, а? Жесть. Это, короче, знаешь, Мэри без макияжа. Это когда утром просыпаешься, перед тобой лежит это. Да стой ты, хорош орать-то, не ори. Мэри, стой. Стой, у меня есть букет для тебя. Стоять. Бляха, далеко бежать-то? Она быстрее, у нее лап больше, она быстрее, короче, бежит. Крокозябра просто такая. Херачит. Стой. Буквы А, главное. Жесть. Это же надо еще придумать такое, бляха. Да стой! В принципе, сделано, знаешь, так прикольно, красиво, да? Такая мультяшная такая это. Бак. Прикольно, забавно. Стой, Мэри! Все, тупик, стоять! Сейчас я ее поцелую, а она размякнет. Хотя она еще... Что это? Бляха. На тебе. От сердца и почек дарю тебе цветочек. Все? Над работой работали. А над игрой работали, над работой работали. Ладно, все, друзья. Вот такая забавная, можно сказать, романтическая такая вот игруля. Чисто просто убить время, знаешь, там, минут 20. Сердечки. Овечки принесли нам сердечки. Одноглазые овечки принесли нам сердечки. Окей, вот они и вернулись в нормальные, да? Мысли. Что это такое? По новой. Окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока!